Здравствуйте, друзья! На связи Соколова Анна, проект Elite in Pobiz. В этом видеообзоре я хотела бы рассказать вам об инвестиционном проекте Avatar, который якобы специализируется на различной торговой деятельности. У этой компании есть команда трейдеров, которые торгуют на бирже, и им требуются инвестиции частные. Здесь есть 4 тарифных плана. Минимальная инвестиция составляет $10. 130% за 48 часов. Начисляется 65% каждые 24 часа. На втором тарифе минимальная инвестиция $300, 140% в 40 часов. На третьем плане $500 минимальная инвестиция, 145% за 30 часов. И на четвертом плане $1000 на 24 часа под 150%. Начисление каждую секунду. Должна сказать, что здесь просто нереально большие проценты обещают. То есть, если мы вкладываем $10, 65% в сутки – это очень и очень много. Здесь 17,5% каждые 5 часов. Конечно, такие просто огромные тарифные планы, огромные проценты как-то сразу наталкивают на подозрение. Потому что чем больше процент, тем меньше вероятность, что денежки вам выплатят. Потому что чем больше процент, тем тяжелее компании выплачивать эти проценты инвесторам. Данный проект работает с такими платежными системами, как Pocket Money, Payeer, ADV Cash и Bitcoin. Здесь есть статистика последних выплат, общая статистика. Данный проект стартовал 10 марта 2018 года. 429 инвесторов уже есть у этого проекта. Инвестировано $8000 и выведено $1500. Что ж, я пройду регистрацию и попробую проинвестировать $10. Теперь нужно войти в свой аккаунт. Итак, сумма вклада $10. Оплачу с помощью Payeer. Нажму «Открыть депозит». Сейчас мне нужно оплатить $10, пока я поставлю видео на паузу, чтобы не отнимать зря ваше время. Вернусь к вам, когда деньги будут зачислены мне на баланс. Итак, я пополнила свой баланс на $10. Депозит был автоматически открыт. Как мы видим, через 48 часов я должна буду получить 30% прибыли. Либо же через 24 часа должно быть начислено 15%, ну либо 65%, учитывая тело моего депозита. Когда пройдет 48 часов, я возобновлю видео и расскажу вам о результатах. Итак, прошло 48 часов, мой депозит закрыт и на моем балансе теперь $13. Попробую вывести средства. Вывести можно на Pocket Money, Payeer, ADV Cash и Bitcoin. Выведу на Payeer. Нужно ввести номер в настройках. Введу номер своего Payeer кошелька. И подам заявку на вывод. Итак, заявка находится на рассмотрении и обработке. Подожду какое-то время, и после того, как заявка будет рассмотрена, возобновлю видео и расскажу вам, получила ли я деньги на свой счет. Прошло 3 часа, моя заявка выполнена, и на мой Payeer кошелек должны были поступить $13. Что ж, открываю я Payeer кошелек, и никаких долларов у меня на кошельке нет. После того, как заявка была обработана, уже прошло полчаса, деньги мне никакие не пришли. Как вы видите, никаких поступлений 15 мая не было. Были только минус 10, которые я пополняла на этом сервисе еще 12 мая. Мне же никто деньги никакие не выплатил. Можно сделать вывод, что данный сервис деньги не выплачивает. Хоть и написано, что заявка выполнена, на самом деле ничего не выполнено. Поэтому я не советую вам этот сервис. С вами была Соколова Анна, проект Elite in Pobiz. До новых встреч!